Шантиш Анти-РФ, у нас уже стоит собранная бензиновая горелочка FMSF5, одна из самых легких бензиновых горелок в мире, самая легкая производителя. Которая помещается в небольшую коробочку. Да, вот в небольшую коробочку с бутылочкой, там инструкция есть, значит, ремнабор, чтобы заделать всякие типы разные, все это чистить, драйвера, без которых она не заводится, как показала практика. Этот экземпляр у нас полнокомплектный, в отличие от прошлого бракованного, все нормально, больше таких нам обещали не поставлять. В общем-то, здесь ничего не подпускает нигде, в отличие от прошлого. То есть, прошлый экземпляр был браком. Поэтому мы сейчас зальем бензинчика. Бензинчик у нас будет такой вот, роял, практически как спирт раньше был. Много заливать не станем. Благо, много наесть и не должна. Все, предположим, нам этого хватит, а то, чтобы вскипятить литр воды. Кстати, как показала практика, вот литр воды по этой мере и литр воды по этой мере, это не одно и то же самое. То есть, скорее всего, здесь все-таки у нас был не литр, а 0,8 или 0,9 где-то, и при тесте 102-й горелочки, и при тесте этой. Поэтому нужно сделать то, что будет скидку. Емкость для бензина стандартная, алюминиевая. Вот, к сожалению, все это звенит. Никаких проблем принципиальных нет. Все, закрыли. Сделаем, ну, не знаю, сделаем 40 качков на самом деле. Упражнение на физическую выносливость, на чувство ритма. Да, 41 даже получилось. На самом деле, на 20 уже чувствуется сопротивление. Вот так мы горелочку активируем, да, то есть теперь бензин будет идти. Сейчас мы немножко бензина напустим снизу. В чашу в этот раз наливать не будем. Может, проверили, что это не обязательно. Мы открываем. Там сейчас потихонечку бензин должен налиться. Натечь в каком-то количестве. Вот он потек. И слышно, и видно, и запах тоже. Ух ты! Аккуратней. Вот, значит, мы сейчас позволим прогреться патрубку. Я думаю, что с прошлого раза, наверное, еще не очень холодный. Может, уже и остыл. Извините, время начинает подзакипать. Вот, есть такой нюанс, к сожалению. Потихонечку начнем открываться. На самом деле это можно сделать аккуратнее, но уж как получилось, так получилось. Магия! Сгорание достаточно чистое. Я могу отметить небольшую неравномерность вылетания струй. Опять же, может быть, мне это кажется. Мне кажется, что они чуть-чуть больше в эту сторону летят. Но может, это и не критично. Скорее всего, связано с наличием патрубка. Вот. Это максимальный, соответственно, огонь. На минимуме где-то вот так мы можем держать. Здесь она не потухнет. Соответственно, мы ставим сюда емкость. Нет, мой коллега не налил литр воды, налил непонятно сколько, поэтому придется нам все самому делать, замерять. Так он не меркнет свет, пока горит горелка. 10.05 из небольшого. Таймер, запускай таймер. Человек берет, запускает таймер. Все, врубай.
И, соответственно, мы поставим горелку в те же самые условия, что в прошлый раз. То есть закроем ветрозащиту, которая в походе частенько встречается, и у нас тоже продается. Все, вернемся к вам минуты через 3-4, смотря как пойдет для вас.